ешь. Всем привет! Я начинаю новый влог из номера Ани. И нам принесли... Нифига себе, ты меня Аня назвала. А ты любишь кота Нюта? Ну, редко мне кто Аня называет. Да? Ну, если не нравится, не буду. Да не, мне все равно. Вот, в общем, нам принесли еду сюда, прямо в номер. А это вот салатик, это вот... Твой. Мой, да? Сейчас мы поедим и поедем к снова буковкам Голливуд, чтобы сегодня уже все нормально увидеть. Что тут еще есть? А это тоже, что ли, мне? Я так столько не съем. Тебе, конечно. Не съем я столько. Съешь все, делись. Мы сейчас сели в такси. Вот. Я такая, главное, дальше веду и не вижу. Да, вот она. Да. Едем к Голливуд надписи. Потом, наверное, пойдем. А, ты на официальном сайте? Я очень хочу найти аромат Мелани Мартинес, пока я в Америке. Я говорю, вот он здесь должен быть. Но мы даже вот смотрим в интернете, это очень сложно. Не выдает вообще ничего. Где его здесь можно найти? Но я прям точно знаю, что он есть. Ну, прям вот по-любому. Ну, не может быть такого, что в Лос-Анджелесе нет аромата Мелани Мартинес. Кстати, смотрите, у меня какая штучка. Это Дудонька Cry Baby. Вот так можно сесть. Успокаивать нервы. Купила в Hot Topic. Вот, сейчас доедем на место, я вам там поснимаю. И пойдем на Аллею Звезд. Моя цель — это найти звезду Бритни Спирс. Смотрите, какая-то чила. Если бы я была Барби, то у меня бы была вот такая. А ты кто? А я? Владимирская бабинка. Все, мы приехали. К значку Голливуд. Это, наверное, то, что мои подписчики ждали во влогах больше всего. Сейчас я вам его покажу. Куда будем фоткаться? Так, 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 где он? Я из-за солнца ничего не вижу. Ой, теперь еще сильнее не вижу. Он, вот, 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 вот он. Это он, самый настоящий. Yes. Yes, 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 yes. Смотрите, здесь вот такой вот вид открывается. Дорога довольно извилистая. Нас сейчас вез, когда таксист. Извилистая такая дорожка, но здесь четко прям... Очень четко и хорошо видно. Так вот его прям. Так как мы идем еще ближе. Я так думаю, что мы идем еще ближе. Леша с Аней с нами опять. Сейчас будем фоткаться там. То есть вот так вот люди здесь живут в доме. И смотрят из окна, и у них Голливуд. Надпись. И для них это так обычно, что как бы ничего нового. А приезжаем такие, как мы, и мы начинаем тут орать, пищать и делать фотографии. Прикол. Видишь, каково вот вам, когда вы тут так долго живете, что приезжают русские и лезут туда в гору? Ну, это уже обычное дело просто. Обычное дело, что все лезут к буквам. Да. Просто завтра у нас здесь последний день, и мы в предпоследний день сюда дошли все-таки. Некоторые в первые рвутся, а мы же даже не были на Аллее Звезд. Представляете? Это все нужно успеть сделать сегодня. Вот. Но у меня виза как бы на 3 года, я уверена, что я еще приеду, и я много чего посмотрю. И в Лос-Анджелес еще приеду, и в Нью-Йорк, и куда только захочу. Главное... Копить деньги. Здесь вокруг очень круто. Много-много кактусов. Такое ощущение, что ты попал в какую-то, не знаю, пустыню. Засуха такая здесь. И, собственно, вот. Ну, тут, конечно, красивые виды очень. Не только на буквы здесь можно посмотреть. Здесь просто красивый вид на озеро. Вот там озеро есть. Вот оно. Всякие домики.
плантации какие-то. Все увлечены процессом. Фотосессии. Мне кажется, мы еще подзагорим, кстати, пока здесь находимся, да? Это круто. У меня уже подзагорело. Ноги подзагорели. Сейчас фотографируем продукцию NYX. А ты брызнула лицо-то, да? Лицо нет. У нас есть санскрин для лица. Вот такой. Да, кстати. Лучше тогда намазаться. Продукцию NYX сейчас фотографируем на фоне знака Голливуд. Все-таки поездку нам организовали NYX. За что огромное-огромное спасибо. Вот. Надо все запечатлеть. Да, классно, честно говоря. Тебе поближе или так, что можно попробовать? Вот так. Ну, как ты сам думаешь? Мы тут делаем свотч нового продукта от NYX. Strop of Genius. Смотрите, как переливается. Ну-ка, нанеси еще чуть-чуть рядышком. Смотрите, да-да-да. Мне кажется, что вот именно для поездочек таких в солнечные страны. Очень красиво. Где солнце прям сияет и блестит. Можно ноги даже. Очень круто. Да-да. На коленках нарисовать сердечки. И когда вы будете выходить на солнце, у вас будут блестеть. Здесь, прикиньте, осы, короче, летают. Сейчас Ньюту чуть не укусили. И это к тому, то, что Валера вообще очень их боится. Если бы он здесь был, мне кажется, он кубарем покатился бы просто с горы от страха. Вот это я. Я их пипец как терпеть не могу. Они мерзкие. Но главное, что они черная вдова, кстати. Сейчас запускает. Да, давай. Хотят сейчас дрон запускать. Нужно загадывать желание. Но мы сейчас сначала швырнем монету. Прямо в Голливуд. Вот так. Ну, понятно, она не долетит, но как бы, ну, в канаву. В канаву долетит. На счет раз, два, три. Подождите, дайте, я себя буду снимать. Желание? Прям заветное? Конечно. Дайте я тоже загадаю. Так. Дронио. Ох, ё-моё. Ну как, это же можно. Кто нас посадит? Все, он полетел. Прощай, малыш. Он куда захотел, туда и полетел. Он нас не спрашивает. Сейчас мы все будем с дрона тут сниматься. Кстати, будет очень крутой кадр, если это вставить во влог. Да, если что. И типа, все, короче, должны кричать, прыгать и бегать, когда он будет. Да. Ну, а сейчас мы приехали на Аллею Славы, наконец-то. Вот эти самые звездочки. Сейчас, если я буду находить какие-то знаменитости, которые я люблю, я буду фоткать. Так, о, я уже нашла Кермит. Здесь есть звезда Кермита, это лягушка с улицы Сезам. Я, кстати, ее очень люблю. Знаете Кермита? Смотрите, перечеркнули имя. Опа, Дональд Трамп, смотрите, перечеркнут. Жестко? Жестко. Вот это жесть. Вот так относится к нему здесь. Вот так здесь любят президента, смотрите. Трампа зачеркнули просто. Звезда Бритни Спирс. Я должна быть здесь.
Так, мы идем дальше. О, Лореаль! Вовремя пришли! Звезда Лореаль. О, я не видела этого. Круто. Ой, это на столетие Лореаль было сделано в 2009 году. Круто. Вот это Рассел Кроу. Как бы это известный актер, конечно, у меня есть среди любимчиков, но Николь Кидман. Ой, да, я ее тоже люблю. О, Стивен Спилберг. Сейчас мы всех сфоткаем, всех снимем. Здесь надо присесть вот так на корточке. Я люблю. Рики Мартин. Рики Мартин, да. Офигеть. Вот это Эмма Уотсон, она была маленькая совсем, когда это делали. Смотрите. Блин. Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт. Я должна приложиться. Давай. Подходит? Все, прям идеально вообще. У меня руки как у Эммы Уотсон. Ну-ка, я хочу Дэниел Рэдклифф. Давай. Это... Да, это он. Примерно такие же. Сколько им было лет, когда они... Ну, это 2007 год. Седьмой год. Я люблю Гарри Поттер. Смотрите, Джек Николсон, 17 июня 1974 года. Не слабо. Давно это сделано, давно. Сейчас должна к Джонни прийти и примерить Джонни на себе. Эх ты, вот это у него лопаты. Джонни, у тебя размер, что надо. Он в 2005 году здесь был. Джонни Депп. И вот его подпись. А вот «Голодные игры», да? Вот «Голодные». У меня друзья многие фанатеют, сама-то я особо нет. Нашли Майкла Джексона. Народу, конечно, было. Неудобно снимать вообще. Хочу сказать, на самом деле здесь очень тяжело снимать, очень тяжело фотографировать, потому что сейчас день, солнце просто палит очень-очень сильно, и из-за этого, когда фоткаешь эти звездочки, ложится некрасивая тень. Поэтому фотки такие чисто туристические, нормально здесь фоткать нереально. Народу много, если не ты кидаешь тень, то люди рядом. Короче, смотрите, здесь стоит такой вот терминальчик. Можно купить звездную карту. Типа, где живут звезды в Лос-Анджелесе? Да. Мы сейчас снова приехали в студию, которая называется Milk, где меня снимали для Никс. И здесь сейчас все блогеры, которые будут завтра на Никс Face Awards. Вот, и мы сидим, заказали что-то вроде смузи, там нам делают на улице, потому что жара нереальная, сейчас холодненького будет самое то хлебом. И пока что не знаем, как у нас пройдет вечер, сейчас пока я словила интернет, взяла маме фотографии. В общем, тут собрались все блогеры, и, судя по всему, очень-очень известный тату-мастер рассказывает про свои работы, что его вдохновляет и так далее. Вот. Вот он. You can kind of, if you don't commit yourself, you can kind of reshape your eye, right? Короче, прикол. Мы зашли в лифт на парковке. Мужичок такой на английском, он говорит, там что-то. Мы между собой разговариваем, такой, вы откуда? На русском уже. Короче, русских здесь тоже достаточно. Русские везде, они атаковали весь мир своим присутствием, я так думаю. Сейчас мы идем в кафешку. Теперь мы продолжим. Как называется она? Прям называется буфет? Вегас буфет. Вегас буфет идем. Будем есть креветки. Я хочу морскую всякую пищу. Сейчас мы это все будем там употреблять. Говорят, что там много-много всего. Вот этот Вегас сифуд буфет. Здесь ланч, динер, все дела.
А это прям какое-то Моднецкое, да? Моднецкое? Моднецкое. Оу, ес. Так, что здесь дают? Всякие салатики. Вот даже есть горошек. Креветочки, осьминожки, лимончиком полы. В общем, много-много всего. Сейчас будем выбирать, что есть. Блин, креветочки. А вот это что такое? Я не особо поняла. А, это тоже креветки. Это нет, это же тоже креветки. Только они в чем-то панировочки, по-моему. Так. В общем, да, здесь много-много всего. Капушки, креветки. Сейчас я тут набью. Я взяла, в общем, какой-то супчик. Здесь креветочки. И яйцо. А, вот также опять креветки, зелень. Ух ты, столько всего. Столько всего там. Креветки, креветки. Креветочные фанаты, потому что. Представляете, тут, короче, можно прийти, поесть, заплатить 12, почти 13 долларов и подходить с тарелкой сколько угодно и есть, 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 пока не лопнешь. И заплатить 12 долларов, и все. Так что местечко нормально. Я решила попробовать еще здесь. Роллы и суши. Предыдущее я все не доела. Я съела, дай бог, на 50%, потому что что-то я свои силы не рассчитала. А еще здесь сидят вот там русские, вот здесь русские. Бабушки причем. Это какой-то просто русский Лас-Вегас. Ой, русский Лос-Анджелес. Сейчас подойдем и пойдем. Мы тут все сфоткались с восковой Мэрилин Монро, потому что здесь музей Мадам Тюссо, но как бы мы не пошли, потому что я была там в Лондоне. Неплохой видок. Я нашла свою любовь. Фотопик. В общем, мы сейчас едем по райончику и сказали, что здесь где-то недалеко живет My life is Ева. Ева Гутовский. Ева Гутовский, да, поэтому... Море живут. Точно опасно, видимо. Может, какой-то из этих домов это Ева Гутовский. Все, палим по полной. У нее такая фамилия. Какие жирные чаечки. Жирные наливные чаечки. Посмотрите, какие хорошенькие. Так хочется взять и зажарить. Нет, я шучу. Хочется взять и обнять. Вот эту особенно. Вот эту. Вот эту вот. Мы приехали на пляж в Малибу. Мы просто сейчас синхронно сказали. Мы приехали на пляж в Малибу. У меня еще ушки. Ушки у меня. Вот. Мы будем пытаться увидеть китов. Пофоткаем здесь немножечко. Также мы взяли всякие чипсы.
солнце очень быстро садится. У нас тут целый пир. На весь мир. Да. Это прикольно. И дрон. Все, солнышко садится. Продолжаем жрать. Мы создали конфликт между бакланами. Бакланы дерутся за печеньку, смотрите. Оп. Не надо на нас! Они так орут, между собой ругаются. Одна открывает рот, орет, как душу, как будто ее. Ой, ужас.